Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить хоррор Close to the Sun, ближе к солнцу, если я не ошибаюсь. Пойдемте. Послушай, приятель, как я уже сказал, мы сделали... Роуз? Ты с кем разговариваешь? Ада? Слава богу. Тут на твоей частоте появился парень по имени Обри. Говорит, что застрял в машинном зале, еще упоминал какую-то потустороннюю энергию. Мне нужны объяснения. Роуз, я бы хотела объяснить все при встрече. Это не то, что... Нет, Ада, пора бы уже рассказать, что за чертовщина у вас тут происходит. Ладно, ладно. Я постараюсь коротко. Слушай, мы открыли аномалию квантового резонанса, доказывающую теорию одноэлектронной вселенной. В соответствии с теорией, каждый электрон во вселенной — это на самом деле один и тот же электрон, движущийся вперед. Естественно, мы начали рассматривать второе измерение времени, связанное с евклидовой аналогией пространства Минковского. Я знаю, что ты подумала. А как же насчет гипотезы Томпсона? Да, остановись. Вспомни, ты говоришь, что ты со своей сестрой. Не надо этих заумных разговоров. Ты права. Точно, в общем... В результате большого эксперимента произошел взрыв. Он разорвал течение времени, и сюда начали проникать всякие опасные штуки. Эти штуки убивали нас. Практически всех. Мы пытались устранить эти прорыв, но, в общем, нам нужно сматываться отсюда. Ты нашла мою квартиру? Да, но квартира заперта. Я не могу попасть внутрь. Сомневаюсь, что у тебя есть где-то запасная карточка. Вот зараза. Нет, постой. На самом деле есть. У моей подруги Элайзы. Я надеюсь, не все в порядке. Она на нижнем этаже в квартале Гамма. Гамма? Все туда преграждает сеть электрокабелей под напряжением. Я не могу пробраться. Может, у тебя получится отключить источник питания? Код разблокировки должен быть написан в гостевом квартале Эпсилон. Пара пустяков. Я раздобуду код разблокировки и отключу генератор. Пара пустяков. Слушай, я сейчас войду в еще одну экранированную секцию, так что пропаду на какое-то время. Я постараюсь побыстрее. И приближаюсь к тебе. 11213 там, по-моему, было, да? Чё я не сфотографировал, а? 6. Гамма. Ну, пойдемте. По-моему, там было 11213. А там что? Мы тут что-то с вами смотрели? Или здесь все загорожено? Какая прелесть! Тут вообще сквозной проход был. Понять бы еще, откуда сюда попасть можно. Сейчас посмотрим. Расписание по отделам, а не кварталам. Это нечестно. Мы в отделе биологических исследований каждый день пачкаемся кровью или грязью, а сотрудники отдела физических исследований в худшем случае пачкаются мелом, весь день решая уравнения. Нам нужно по меньшей мере 2 дня для стирки, чтобы выводить пятна крови. Сделайте что-нибудь. Пятна крови. Это, видимо, когда все уже началось. Так, я бы хотел понять. Да. Откуда можно сюда попасть прямо? Это все тот же самый вход? Да, это все тот же. Ну вон оно. То есть все, что нужно было сюда попасть, там где лестница, там где мы нашли труп, который... Угу. Вправо от надписи Rail Station. Труп, который являлся чьим-то отцом. И у которого мы прочитали письмо. Так, это что? Газета The World. Варден Клифф объявляет о прорыве. Достигнут резонанс с другим измерением. Только Тесла знает, как это работает. Рассвет бесплатной энергии не за горами. Нарушает ли Тесла закон энергосбережения? Бесплатная энергия? Так, это мы читали. Это мы читали уже все. Гамма где у нас? Вот она, гамма. 11213, да? А подъем был здесь. Она сказала в Эпсилоне. Ну-ка. Понятно, скрипт должен был сработать. Нифига себе мы. Атлетки. Введите код разблокировки. А,
В смысле? Не 11213. Давайте еще раз. Раз, два, два, один, три. Она сказала в Эпсилоне. Давайте посмотрим, где тут Эпсилон. Он наверху был? Ну да. Вот сюда мы с вами приходили. Забегали. В сервисную комнату. А, 33212. Надо было сфоткать и все, чтобы мы лишний раз не бегали. 33212. Все так мило, все под рукой. 33212. 33212. 33. 2, 1, 2. Найдите в квартире гамма и заберите запасной. Ага. Гамма у нас была на первом же... А, ну да, там где напряжение как раз было. Спускаемся, да, спускаемся. Она спортсменка, что ли? Я не пойму. Такая вся из себя деловая, боевая. What is this? Газета Watcher. Испания отказывается осуществлять поставки на Гелиос. Спор об изобретении обостряется, и переговоры резко прекращаются. Международная выставка в Брюсселе открывает свои двери для многочисленных желающих. Эдисон объявляет о новых инвестициях в инфраструктуру по всей Юго-Восточной Азии. Ну, Эдисон вообще просто, короче, наш конкурент. Да? А вот и гамма. А вот и гамма. Так. Найдите квартиру гамма и заберите запасной набор ключ-карт Адды. Как ее подружку зовут? А, тут номера апартаментов нету. Ну ладно. Нас ждут очередные. A плюс T? Что это? Ада плюс... Толик? Ё-моё. Гамма-квартал. Кошмар, да? Да что тут, ребятушки набухивались и о душам, о женщинах разговаривали? Это что? Это Кинг. Забытая ключка-то от квартиры Кинга. Но мы пойдем в квартиру Кинга. Естественно, мы пойдем в квартиру Кинга. Что? О чем речь вообще? Еще две ключ-карты здесь должны быть, да? Вообще просто. На атомы. Расщепила. Так. Газета The Call. Эдисон отрицает обвинение в шпионаже. Все доказательства косвенно, утверждает Эдисон. Готовится встречный иск. Вандерклифф отказался от комментариев. Тесла не пришел на предварительное слушание по делу о шпионаже Эдисона. А мы все это видели. Зачем это все дублировать? Разрабы. Мы все это читали с вами в прошлой серии. Это что? Вообще одуреть. Мне этот Обри решительно не нравится. Опупивший какой-то. Кинг. Сколько крови. Ужас. Элеманди.
Это где было? Где это было? Шмидт. Так, наше задание. Войдите в квартал Гамма. Хорошо. Нельсон. Так. Ключ-карта Феррисфилд. Ключ-карта от квартиры Элайзы Феррисфилд. Похоже, она была намеренно оставлена за дверью. Подождите. Кинг. Иванов. Вот, это мне вот интересно. Ну-ка. Что ж тут? Aubrey King. Aubrey King. Can't be that many Aubreys on board. На борту ведь не может быть нескольких. Слушайте, Тесла тут вообще, по-моему, сам на себя наяривал. Ну, убранство мое почтение, я хочу сказать. What's going on? Что происходит? Что за бред? Газета. Новый прорыв Вандерклиффа в управлении погодой. Дождь обеспечит Гелиус электричеством. Старший исследователь Aubrey King создает инновацию для получения электричества на Гелиусе. Эдисон и General Electric продолжают стремительную экспансию в Южную Азию. Что это за звуки? Откуда они здесь раздались? Господи. Везде, везде. Никола. Письмо о понижении в должности. Дорогой профессор Кинг, настоящим письмом уведомляем вас, что начиная со 2 мая вы понижаетесь со старшего исследователя отдела управления погодой до координатора подразделения технического обслуживания. Хотя вы не достигли достаточных результатов в освоении ресурсов, выделенных вам Вандерклиффом, компания уверена, что ваше доскональное знание Гелиуса найдет свое применение в обеспечении функционирования областей, предназначенных для преобразования новых источников энергии. Согласно порядку рассмотрения трудовых споров Вандерклиффа, вы имеете право обжаловать это понижение. В случае возникновения вопросов встретитесь с Линдой Косински, директором по отношению с сотрудниками. С уважением, в Саргистане. То есть его понизили. Или ее. А за что? Что не так? Если понизили, то естественно. Ужаленные амбиции. Ужаленное самолюбие. Фу. Очень бы, конечно, хотелось найти ключи от всех номеров, если это возможно. Сколько у нас их? Но больше я здесь ничего не вижу. Это что? Кинг, ага. Это то, что вызывает дождь. А ну-ка еще раз. Ага, вот он, дождь. То есть это изобрел он, получается. Либо он работал над этим. Ну тогда почему его понизили? Очень странно. Очень-очень странно. Да. Что здесь? А-а-а. Ну давайте почитаем. Анонимная записка. Мы знаем, что ты делаешь. Делай то, что мы скажем, как мы скажем и когда мы скажем. Иначе мы позаботимся, чтобы твои дни на борту Гелиуса закончились. Жди дальнейших указаний. Что? Я смотрю, тут уже умудрились устроить лютый срач даже с учеными между учеными, да? Даже тут шантажировать.
Записка Элайзы. Здесь мой дом. Гелиус — единственное место, в котором я чувствовала себя как дома. Этот корабль принял меня такой, какая я есть. Невозможно выразить словами, каково это год за годом страдать от невозможности найти поддержку и понимание. Но тут на Гелиусе я нашла не только понимание, но и дружбу. Я нашла семью. А теперь я уничтожила единственную семью, которая у меня была. Я одна. Снова. Я никогда не думала, что все закончится вот так. И вот я здесь, с веревкой в руках и судным днем за моей дверью. Я думала, баррикада сдержит их хотя бы на время. Какая наивность. Их клубы просочились беспрепятственно, сопровождаемые криками моих друзей. Я единственная, кто остался. Одна. Снова. Этого не должно было произойти. Планировалось просто задержать проведение теста. Просто срыв даты и все. Срыв в обмен на их молчание, чтобы я могла остаться на борту со своими друзьями. В конце концов, это уже не важно. Моя вина никуда не денется, как и ее искупление. Если сможешь простить меня, я от всего сердца благодарю за это. Если не простишь, я понимаю, принимаю твой вердикт. Я одна снова, и в этом лишь моя вина. То есть она сорвала тест в обмен на что? На том, чтобы остаться на корабле? Планировалось просто задержать проведение теста. Просто срыв даты и все. Срыв в обмен на их молчание. Чье их молчание? Она повесилась. Покойся с миром, Элайза. Она повесилась. Я только хотел посмотреть, повесилась что ли? Да, она повесилась. Запасные ключи карты Ады. Второй набор ключ карты Ады от ее квартиры и квартала, который она отдала своей подруге Элайзе. Ключ карты сильно потерта от частого использования. Можешь мы... Вот и все. Подожди, пора двигать. В обмен на их молчание. Что тут происходило? Я не понимаю, чье молчание... Срыв теста какого? Так, что у нас? Так, ну-ка еще раз. Мы знаем, что ты делаешь. Делай то, что мы... Так, иначе мы позаботимся, чтобы твои закончились. Но это, видимо, они, да. Хорошо. Угрожали. А мы больше ничего не сможем открыть. Я бы хотел вот к Иванову пойти почитать. Сюда подойдет. Пателю. Где найти? Где найти? Ключи эти. Может, здесь где-то есть? Давайте посмотрим. Обратно в квартал Альфа. По крайней мере, дорога мне знакома. Ё-моё. Ну как так? Ну нету ни на стойках, нигде вообще. А их здесь еще два. Давайте поищем внимательнее. Как здесь воняет. Я полагаю, что... Ключи от здешних, от этого квартала должны же быть где-то здесь. Или я что-то неправильно полагаю? Неужели они разбросаны где-то дальше? Разрабы, но это неудобно. Тест сорвали. Да. Ладно. Ну нету, больше я ничего не нашел. Круг должен быть разорван. Круг должен быть разорван. Что это? Кто там круги разрывает? И куда он делся? Этот веселый чувак. Так, подождите, здесь есть аллея.
Ну-ка, давайте сюда зайдем. Может, здесь тут ключи все-таки потерял. Нет, не потерял. Ну что-то я не вижу здесь потеряш. Не вижу. Ладно. Пойдемте. Где у нас там? Здесь же, по-моему, да? Так, по прямой бежим, по прямой. Ну, это не очень удачный вариант, конечно. Ну да ладно. Другого один фиг нету. Альфа, да, другого нету. Давай же сработай. Yes! Да. О, это мы в квартале Альфа. Неплохо. Тут сейчас, может, что интересного узнаем. Ну, ее, наверное, понизили поэтому. Нет, стоп, понизили Кинг, не ее. А не ее подружку. Сейчас ютубчик. Авторские права. Влепит. Боже мой, спортсменка перепрыгнула и перепрыгнуть не может. Вы это видите? Найден новый предмет. Семейная фотография Миллера. Томас Миллер со своей женой Агнес и дочерью Элизабет. Прошу поскорее возвращайся. Нам будет очень тебя не хватать. Дяденька, ты кто? Что, черт возьми, не так с людьми здесь? У меня накопилось столько вопросов к Ади. Ну, видишь ли, накопленные вопросы к Ади не есть гарантия получения ответов. Так что, радость моя, тебе опять начнут рассказывать про молекулы, пространственно-временные континуумы, разорванные атомы и прочую еретическую хрень, которая понятна только высшим умам. Так, это шпион Эдисона. Ну-ка. Сеу Чой. Помните, в Prey так было? Мы с вами тоже там бродили. Дайте мне ключи. Миллер. Здесь все завалено. Фауст. Записка от руки. Анне, мы ждали тебя столько могли, но теперь это опасно. Мы заперли все и уходим вместе с какими-то людьми из района Сигма и Дельта. Приходи к нам в сад, как только сможешь. Не мешкай, просто иди. Томас. В сад, как только сможешь. Ага. Вот она, Ада Арчер. Так, а это что? Записка от руки. Гиакомо, некоторые из вас вообще-то предпочитают спать по ночам. Я не прошу тебя перестать водить подружку к себе, но во имя всего святого, умоляю, сделай шумоизоляцию в своей комнате, твои бессонные соседи. Ну-на-на-на. Острог. А этого как звали? Гиакомо Гаруццо, видимо. Или Гарацио. Ну нету ничего, видите, нету. Ключей нет. Yeah, ого, сразу видно, что здесь живет Ада. Она никогда не любила уборку.
Осмотрите квартиру Ады. Это что такое? Ну, шахматы я вижу, да, она чемпионка по шахматам, я уже понял. Что это такое? Так, вот это интересно. Что-то я чувствую, какая-то головоломка. Так, а здесь что, ничего нету, что ли? А здесь пустая? Такое может быть? Нет. Что это такое? Курица, змея, непонятно. Куда-то все это пришпандоривать, наверное, будем. Треугольник вон. Тоже, наверное, символ у него должен быть. Ладно, так, если... О, как. Интересно. Что это за символы? Опять забыл сфоткать. Ну ладно. Хорошо. Ну, не любить уборку и вот такой кавардак, это все-таки несказанные вещи, я думаю. Диплом физика, полученный Адой в 1883 году. Такая умная. Надо было, черт, надо было перевести мысли. Роуз. Ладно. Ну, номера стандартные, квартиры, ну, весьма не кисло. Надо сказать, весьма не кисло. Смотрите, как цивилизация, да. Это что? Что-то еще, видимо, я должен, да, найти? Да. А вот это что? Не видел эту фотографию целую вечность. Ада и Роуз. Мы тогда были детьми. Молодые... Когда все кончилось? Молодые сестры Арчер. Фотография сделана мамой, когда она еще была жива. Hey, Rose, ты где сейчас? Я в твоих апартаментах. Но если мы можем, хотим просто этого корабля живыми, должна понять, что происходит. Например, ты сказал, что ты в будущем написала мне письмо, которое привело меня сюда. Что это вообще значит? Мои исследования касаются исследования лазеек в потоке времени, так что будущее я напишет это письмо и каким-то образом вовремя отошлет его тебе, чтобы ты попала сюда. А вот что, кажется, я знаю как. Послушай, Роуз, ты должна забрать очень важные результаты исследования. В моей квартире есть потайная комната. Отыщи ее, пока я пробираю через еще один отдел лабораторных исследований. Дай подсказку, начни с центра комнаты. И это все? Ты хочешь, чтобы я здесь сломала голову над твоими загадками? Развлекайся. Найдите спрятанное исследование Ады. Начни с центра комнаты. Так... С центра комнаты. Ну, хорошо. Так, это, я так понимаю, картина, что ли. Она отодвигается, там механизм. Правильно? Правильно. Какая из... Вот она. Только я не понимаю, знаете чего? Эти символы мы все видели. Мы их видели. То есть нужно те, которых не было. Не было вот этого. И чё? А-а-а-а.
Я понял. Так, ладно. Все понятно. Приручить новый вид энергии, чтобы человечество вышло за пределы материальных ограничений. Ты всегда мыслила масштабно, Ада. Так, это у нас вот этот ромб или что он там. Короче, тут две волны. Так, ясно, сейчас фотографируем. Есть. Кладем. Там, видимо, соответствие должно быть. Здесь. Ну давай. Ага. Вот эта хрень. Есть. Клади. И где-то здесь же еще было, да, одна? По-моему. Вот, треугольник. Ага. Окей. Теперь. Подойди. Сейчас посмотрим. Вот этому символу что соответствует? Всего их 3 или 4? Я только 3 нашел. Что за фигня? Может, я где-то что-то не нашел? Давайте смотреть фотографии. Да хорош! Так. Это что у нас? Нет. Так, раз, два, три. Треугольник. Нет, надо сейчас сперва разобраться с треугольником, которому соответствует. Крутим. Нет, тут ромб получается. Это что у нас? Не понимаю я. Вот он. Многоугольник, а это классический ромб. Правильно? Ну-ка. Подожди, я не понимаю, как это работает. Давайте сейчас. Ага, все, сбросили. Получается 4 должно быть. Я где-то не увидел какой-то. Вроде все посмотрел. Ага, так, а это что? Нет, это я фотографировал же уже, да? Сейчас посмотрим. Это я фотографировал? 2. Нет, это я не фотографировал. Этого символа не было. То есть всего их 4. А этот символ, он какой? Что это? Это как эта фигура называется? Господи. Вот сейчас их 4. Вот сейчас их 4. Правильно? Да, сейчас их 4. Поэтому давайте разбираться. Так. Это треугольник. Это у нас... Это у нас ромб, что ли? Да, это все-таки вот. Ему соответствует вот это вот. Тут все правильно. Да хорош! Есть. Дальше. Теперь это многоугольник.
Ему будут соответствовать волны. Вот. Есть. Это у нас... Что это у нас? Ромб? Нет. Нет. Не то что-то. Я не понимаю. Тот у нас многогранник. Ага. Не-не-не-не-не. Вот у этого будет. Вот это. Вот так. У этого будет. Ну-ка, вернись. Опять волны получается. Да. Открыли. Точно. Какой я молодец. Я такую тяжелую загадку отгадал, друзья мои. А что мы взяли? А, это потайная комната такая. Ничего себе. Потайная комната, ключи от которой... Вход от ключа, комбинация которого, да. Приезжайте на Гелиос. Соберемся вместе. Будет весело. Потайжгу, потайная комната, комбинация отходов, которую разбросана по всему номеру. Мы очень небыстро идем. Очень небыстро идем. Нифига себе. Нифига себе. Это что? Как можно было себе на Агелиусе сделать потайную комнату? Такую. Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Ничего себе. Сестрица-то у нас та еще затейница. The Watcher. Доказана теория одной электронной вселенной со статистической значимостью равной 4 сигма. Результаты исследования Гелиуса меняют основы физики. Верность математических расчетов доказана. Это просто катастрофа, заявляют многие университеты. Зачем они повторяют эти заметки? Найдите спрятанные исследования Ады. Ну, давайте найдем. О. И это оно? То исследование, которое позволит письму путешествовать во времени? Я думала, оно выглядит более солидно. Ну как успехи? Неплохо. Однако, боюсь, я нашла ошибки в твоих сложных расчетах. Очень сомневаюсь. Что ты нашла? Ну, здесь у тебя безинерционные векторы гномов пересекаются с кастрюльными релевистскими измерениями. Ты только что сказала полнейшую бессмыслицу. Ну, в твоем блокноте смысла не больше. Эти расчеты позволят тебе отправлять письмо назад в прошлое? Да, и раз уж ты получила мое письмо, значит, я их применила на практике. Или применю, тут как посмотреть. Приятно осознавать, что я, по крайней мере, проживу достаточно долго. Но значение исследования куда важнее простой отправки писем. Оно может сделать намного больше. Обещай, что сбережешь мой блокнот. Обещай мне. Договорились. Обещаю. И что теперь? Я разделила свое исследование на две части. У тебя только одна ее половина. И сейчас я иду за второй. Сначала пройду через биолабораторию, а потом... Что за... Проклятие. Роуз, я в ловушке. Роуз, я заперта в биолаборатории. Роуз, эй, ты меня слышишь? Ада? Роуз? Ада? Дерьмовый ресивер. Выясните, что подавляет сигнал передатчика Ады. Ну, окей. У чекпоинта нету, а мне серию заканчивать надо. Тут-то я писал подряд, эту я писал вторяд, поэтому там не заморачивался особо.
Она сама ползет куда хочет. Я не управляю ей. Я не хочу помогать Обри. Он бесит меня. Он как это вообще какашечный. Скажу я вам, друзья. Мы как партизаны, знаете. Сейчас будем ходить искать подавитель сигнала. Самое главное, чтобы теперь нам на спину эта стена не опустилась, и все остальное, я думаю, мы переживем. Так, ну, чтобы это определить, нам, видимо, надо сваливать отсюда, я правильно понимаю? Я думаю, да. Это аптечка. Опа. Hello? Эй. А, наша новая гостья. Приятно наконец поговорить с тобой. Позволь представиться, я Никола Тесла. Я знаю, кто ты. А теперь проваливаясь с этой чистоты, я хочу поговорить со своей сестрой. Боюсь, это невозможно. Уверен, ты знаешь, что на Гелиусе введен карантин. Для того, чтобы карантин работал, я не могу позволить тебе исследовать Арчер, открывать изолирующие двери по всему кораблю. Нанесенный ущерб и так уже слишком велик. Я не могу позволить все еще больше усугубить. Поэтому вы обе должны оставаться на своих местах до тех пор, пока ситуация не будет снова под контролем. Ты запираешь нас? Сидя на месте, мы будем легкой добычей. Уверяю, я делаю все возможное, чтобы исправить эту ситуацию. Прекрасно. И как продвигаются дела? Корабль полный мертвых ученых. Великий Гелиус разваливается на части. И где же теперь твоя безграничная энергия? Трус. Выберитесь из изоляционного квартала Альфа. Ада? Ты в порядке, Ада? Эй, привет, это снова я. Ох. Это ты. Прекрасно, сначала меня заперли, теперь это. Заперли? И тебя тоже? Так же, как и меня? Ха! Ну тогда дам пару советов настоящего профи. Шаг первый. Найди себе чистый угол, куда не доносится запах смерти. Вообще-то я рассчитывал на более существенную помощь. Ты можешь помочь мне выбраться? Возможно. Ты где сейчас? В квартале Альфа района Фарадея. Тут опустилось что-то вроде гигантского стальной двери. Ты можешь ее открыть? Возможно. Я могу рассчитывать, что ты придешь и освободишь меня, если я помогу тебе? Моя ситуация чуть сложнее твоей. Обри? Дверь. Пожалуйста. Очень прошу. Иди за своей сестрой. Я понимаю, семья важнее всего и все такое. Но у меня тоже есть семья, и я все еще здесь, в западне. Поможешь мне, если я помогу тебе? Окей, Обри. Хорошо, Обри, договорились. Помоги мне добраться до моей сестры, а потом мы придем за тобой. Обещаю. Слово чести. Отлично. Так, нужно, чтобы ты отошла от двери, пока я тут по шаманию. Ладно, я. Отлично, поехали. Черт тебя дери, Обри. Дверь чуть не взорвалась. Прости. Моя вина. Должно быть, я послал слишком большой заряд по силовым кабелям. Я скоро вернусь. Нужно провести диагностику и дать 5 Бенни. Думаю, его руки еще где-то здесь. Звучит отлично. Хорошая работа, Обри. До связи. Так мы уже сделали. Найдите подходящее укрытие и дождитесь разблокирования стальной двери. Ее уже разблокировали, игра. Игра не ожидала, что мы будем так быстры. А что дальше-то?
Я так понимаю, наверное, бежать к этой. Выберитесь из квартала Альфа и найдите Аду. Ну да, нужно к дороге бежать. К Railway'у. Стейшену. Вот он. Ну, побежали. Твое время пришло. Скоро все будет кончено. Господи, а ты кто? Что это за шизоид? Красная кровь за кровь времени. Кто это? Что-то он на инопланетянина не очень похож. Поехавший маньяк? Время не река. Так, все понятно, да. Это он писал на стене. Людвиг. Что тут? Соединение с Вайчепелом установлено. Это он. Продолжаю действовать под прикрытием и жду инструкции по организованному аресту. А как она села? Я король мира. Вот черт, заткнись, Обри. Заткнись. Только что на моих глазах какой-то псих потрошил ножом другого человека. О нет, это Людвиг. Вытащи меня отсюда. Ладно. Тебе нужно добраться до входа в монорельсовую станцию, пока я тут все настрою. Ты можешь отправить меня в ближайшую белую аппаратуру, и там заперта моя сестра. Раз она не может прийти ко мне, я пойду за ней. Просто доберись до входа в монорельсовую станцию. Так. Ну, вот она. Я у входа. Открой ворота. На этот раз постарайся без шума. Слушаюсь, мэм. Ну вот, готово. Где? Я помню, что мы где-то недалеко уже. Думаю, куда она делась? Людвиг, кто такой этот? Кто идет? Стоп! Откуда он взялся? Я вообще не понял, откуда он взялся. Пошел ты, бежим. Быстро. Вон оно что, Михалыч. Бежим. Твою мать. Просто беги. Я просто побежал. Ладно, бежим еще раз. Как он сюда вообще попал? То бишь, надо было повернуть налево. А я побежал. Все, бежим. Черт побери, Обри. Так, вроде там у него что-то получилось. В дальнем конце монорельсовой станции последний вагон. Запрыгивай. В последний вагон. Беги. О, кайф. Ты моя, Роуз. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Ой. Все, убежали. Тебе не убежать от времени, Роуз. Моя месть неотвратима. Ты заплатишь за то, что сделала. У тебя получилось, ух ты, вот это забег. Я же говорил тебе, Бенни, она здорово бегает, проклятие. А Бенни это мертвый напарник какой-нибудь. Кто такой этот Обри? Новый листик. Старый. У него стресс.
В сценах погони нажатие на кнопку приближения позволит вам оглянуться назад. Не, не хочу. Творение Дедала. Глава 4. Эй, это Обри. Есть новости от сестры? Нет. Я волнуюсь. Она уже должна была связаться со мной. Наверное, передача сигнала блокируется дверью. Ей наверняка все в порядке. Так что... Сейчас подходящий момент, чтобы спросить, откуда Людвиг знает твое имя. Ну, может, он меня с кем-то спутал. Я предпочитаю не думать об этом. Тем не менее, он откуда-то знал твое имя. Должно быть, он знал о том, что... Да, я тоже не понимаю, откуда он знает твое имя. Обри, помоги. Я пытаюсь, подожди. Still moving, Aubrey. Stop the cart. Останови вагон. Так, Aubrey. Jump, Rose. Я прыгнул. У меня плохо с пониманием того, что от меня хотят в игре. Aubrey, help. Давай. Sit tight. Jump, Rose. Нормально, вот дерьмо, нормально прыгнули. Быстрее. Rose? Ты в порядке, Rose? Это... That was close. Это было страшно. Слава Богу. Слава Богу. Thanks, Aubrey. Спасибо, Aubrey. It could have gone bad. A second later, and... Секунды позже и... Yeah. Да. Со звуком я не понимаю, что творится. Я заманался его регулировать. Он, видите, как полоумный скачет, все-таки, видимо, понижу. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на YouTube, на паблик, на Яндекс.Дзен и Рутуб. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.